Хорошо, что я на замене. Байер. Блин, мы в рейд. Не-не-не. А какой маунт? Ты же строить хотела токен себе, не? Какой-то маунт. Так, а кто меня пустит в ваш 50 книги вести за друидом? Да? Берешь сейчас, вот и заходишь с друидом. Как, куда? Сейчас ты не хилом, что ли? Да, ну, у людей есть ДД спеки, поэтому все решаемо. Осы может в коте побыть. Блин, хочешь, я тебе место даже уступлю. Бонни и Клайд, тебе вообще с ЭВК что-то может быть нужно разве? Нет, я просто хочу с вами. Я могу до ласта, если мы до ласта, пойти шаманом, будет профита больше, хотите? Не, лучше сиди, отдыхай на замене. Не, или ты кому? Нет, я вару. Мне надо 50 из 50, чтобы было ЕП рейду. Так что мне с друидом? Друидом. С нуля и на фул? Да. Монорота в рейд или бомб? Сейчас. Что у меня там все-таки кикает? Да никто тебя не кикает, ты находишься на замене. Сиди и отдыхай. Я хочу. Если ты хочешь сейчас за ИВК получить ГП, что я тебе не рекомендую, то хозяин, барин, ГП там лететь будет очень много. Так, ну-ка, сейчас погоди, я посмотрю, кто лучше меня попал. Ой, а ты сейчас собирать будешь, да? Ой. Я в прошлый раз стул висел на руках. Ну, народ, ты тут? Ну, ты идешь в рейд. Я сам ты чем-то. Кто ему нас... в магазин надо. Вперед, ты заходишь в донат шоп. Только я не в гильдии, я зашла. Не в гильдии, фу-фу-фу. Мосса, спекайся в кота. Перекур буквально 2 минуты. Все в инсте. Остался только сетел мог. Блин, кстати. Ты обратила внимание, что у нас в части FT5 два синих гнезда? Прябь. Рыба стоит. Единственное ачиво, которое возможно в рейде, это дань бессмертия. Остальные мне похуй. Тебя тихо слышно. Групп лут можешь поставить, Бак? Какое ачиво мы делаем? Мы делаем просто 50 из 50.
Вот это что? И если так, повезет... Ават, ты обещал мне помочь. Куда пошел? Кот, а чё ты только это чего линкуешь? Почему не... Если повезет, мы сделаем вот это. Короче, по бафам. Коват, каски, холик, МП5, я кулаки. Танк у нас, значит, коватый. Войд. На Аноби к ним присоединится монород. Не нет, а да. Так он мне ответит. Поставьте огурцы, разбирайте все. Кто зафейлит дань бессмертию, накажу. Дань бессмертию — это же этот, не умереть, да? Ни разу. Да, нигде, вообще ни разу. Никому. А у меня есть. Это кто возможно? Испортит, что ему будет? Я подумаю над этим, но будет что-то плохое. Больше года назад. Бля, 10 как пинг замените. О, началось, я тебе не верю. Ой, кошка рожает, замените. Не верю. Кошку топи. Конь, да не волнуйся, тут нету боссов, которые вихрь кастуют. Так, тебя что нафига? Сопроты выпейте еще. Коват заберешь левую, вот правую. На чемпах по-любому народ сдохнет. Так, блядь, сядь, уже отвалился, это что такое? Это один из способов ссорить. Сядь, если ты меня слышишь, я сейчас все ИП за ЦЛК сниму. Сейчас подожди, я посмотрел вообще в Дискорде. А в Дискорде нет. Это очень нагло. Радвар. Я сегодня видел, что он сегодня вылетал так-то. Радвар, прием. Дамажить пойдешь? Это ловушка. Да, это ловушка, согласен. Но деваться некуда. Я чувствую, что я подбил ему хуйню, но не могу доказать. Все, все готовы, запускаю. Без третьего танка. Да тут он нахуй нужен. Вдвоем затанчите. Можно спокойно это. Блин, вы понимаете, что ИВК, да, по идее, это как РЛК должен. Поэтому, если кто-то сдохнет, сколько ГП? Тактики, народ подохнет. Советую сопрот улететь от греха подальше. Значит, группу стоит. Почему тролль-то нормально? Чтобы войны не было никакой. Так, Тринка на ману с Джаракс Анрол, вообще-то. И если на хила пароли. Да будь я пристабафить. А чё по тактике, чё делать? Бить и выбегать. Пристабафы есть на всех. Ну его только присумонили. Да вот чё с нами, вот Лаби не ходил и ВК 50 из 50? Это мне кажется, он троллит. Это же самое веселое, что есть в жизни. Бейте, пожалуйста, я надеюсь, вы знаете, что чемпы не там. Гоблина, сбейте с хила, пожалуйста. А, да, сбейте. У нас кто-то вышел из сети. Не там, блядь, говоришь? Нет. Я сейчас личик скажу, не помню. Мозер вылетел из инста, да? Да. Чё началось-то? Чё, может быть, упадем? Да какой упадем? Какой упадем? Это не боится. У нас все нормально, первый босс хуйня. Только череп поставьте на то, кого убить. БЛ давать? Кислотную утробу бьем, да, БЛ.
делать. Танку, бегите, бегите, бегите. Снимите с себя дебаф. Уже не могу. Ладно, танк пробежит. Там Элбрил в луже стоит, хильте. Оверхилем, тихо, не советую хилам. Хилам советую, только смертники. У нас две бабы в хилах. Сейчас тебя так заебут, дай боже. Поставил тотем. Здесь не дают тотему подгибную. Я уже понял. На 5 секунд. Всегда давай для хилов и для хилов. Когда говоришь, ставлю тотем, дайте гимн, почему-то этого обычно не происходит. Да потому что это, в джоках орали маги, что им маны не хватает все время. Вот у него привычка оттуда. Не знаю, мы когда спросите хилим, мы заранее договариваемся, когда мы даем эту парашу. Да мы спросите. У нас устная договоренность. Умираю. Че, надо было умереть, да? Угу. Это было бы ГП. Я бы сказал, это все из-за Фарада. Он делает дизмораль. Просто спросите, одинаково сдаем, ну то есть в разное время, но мы знаем, когда сдавать. Поэтому устная договоренность. Не, я про то, что я приступил, а он этот шаман с тотемом. Ай, красиво. Пропадал, да? Сейчас. Так, очень красиво. И шмоточки как. Очень красиво. Полина Сенха. Я сейчас великий чернокнижник вашего нового отца дня. Готовьтесь к бою. Взять точку на циркуле. Ничего не писал. Вильчат тоже. Я ему потом напишу, спрошу. А можно ничего не писать и не спрашивать. РТ не кончилось, он получает 250 ГП и снимаю с него все. Может, интернет? Есть телефон с мобильным интернетом, чтобы зайти написать диск. Время осталось 16 минут. Ну и что? Конец РТ не объявили. Да ладно, если он вернется... Да он, может, не мог просто-напросто на все идти время. И я сегодня видел. Для этого есть интернет. Летал во время ЦВК пару раз. Даже если бы он не мог идти на все время, он мог бы кого-то предупредить, что вот так-то не хватает времени на все. Все было бы нормально, а вот так вот просто незначай съебываться, это не дело. Ну вот я говорила в начале ЦВК еще, что мне надо будет съебаться через полтора часа. Ну ладно, что вы начинаете, потом придет, спросите у него. Что. Да, может скажет, что так случилось. Он просто может быть на раздроле лута уже это, отошел от компады, пошел по своим делам. Я, конечно, понимаю, 21 век, но, может, у него простой телефон, бывает такое. Может, таксофон был. Может, он где-нибудь в деревне живет. Ну, да, ну, всякое. О, Сантэч вернул. Моя самоуверенность. Перед вами Джарацус, эредарский повелитель пылающего легиона. Главное, лужу в Мелизоне не разлей. Ладно, ребят, касты кто-то сбивайте, пожалуйста. У меня стаки нет... тоже не проебывают. Ребят, касты 0 могу не попасть. Профессиональный лим в деле. На кого поиск? Мелики, хватит ебланить, ворота бьет. Что, Сереж? Я говорю, маги, на кого поиск кидать? Говорите. Значит. Я кидаю на Фарада или на Делороса, в зависимости от того, кто ближе стоит. Оба мне рады. Кстати, ребят. Ай, как больно. У нас с Долорусом еще с ОКХМ договоренность, что ПСК я в него кидаю. Жунуэн, чё встал ты, ёпта?
О, Жужен, это ГП. Чего хотел? Так, скрестили пальцы, чтобы выпало это говно. Даже на ногах. Это говно выпало. Вся рожа, блин. Вся рожа в говне. Потешение. Мои ноги. Говна на любой вкус и цвет выбираю. Все ебало в тринках, просто. Так, сразу записываю на следующую неделю. Прям на четверг. Что, мы дальше идем, да, или что? Конечно. Да, ровно без 20-12, да. Сказали, 50 из 50, на втором будет. Я думал, это рофл, блядь. Сказали, 50 из 50, если делаем, дают ЕП. Танком в ДД спекаться. А чё, точно не таунтится? Точно не таунтится. Не таунтится, уже в десятке. Ой, уберите, можно убрать колодец? Просто танки снимите бафы на броню себя, там, на стамине, и всё. Аж мод. Ну в какой-то ДД можешь нонсет надеть, типа броню. ДД тринки там, вся хуйня. Да тут не в том фишка, просто контролить надо и всё. Ну, контролить, естественно. Может ДД спекнуться толку от того, что он не будет там мне висеть. Там таунты на 3-4 секунды. Бля, у нас и ДК нету, да, чтобы нормально вытянуть. Таунты не работают. Гера, ещё Геровка, да. Геровка, да. И чё, будем 3 минуты сидеть? В любом случае Геру ждать надо. Да, да, да. Всё, мы подождём. Вага, скажи, спекаться или нет? Куда? В ДД. Нет. Мы народ. Кемпы тут не таунтятся. Тут от танков толку ноль. Здесь бы, блин, ДК пригодился очень. На ну, у тебя, да, массажа. Да? Тогда я ДДшный шмот частично одену. Сейчас маги и присты отлетать будут первыми. Давайте, может, типа маги, присты, те, кто может бахнуть себя, надо можно броней, там, ледяной, типа. Ребят, на ком агро бегайте, не стойте как столбы. Ну, Эли может эти тотем ставить. Тряпки все в стенку уперите. Держитесь ближе к колодцу, вокруг него 15 метров. Я и лучше могу кидать, но я не уверен, что она на них работает. Кидай, кстати, да-да-да, может замедление тут. Может быть. Сейчас тут еще один колодец будет, так что можете в линии стоять за ним. Ну, приоритет цели, я думаю, понятен. Череп, крест, луна. Что у меня джайна это? Дебаф остал. Там всякие баны, овцы, все прочие фигники. Кому там банан? Обезьянки. Желательно бы никому не сдохнуть. Вообще, от чего получим? Правда, мне на шамана нужна. А чё, у тебя нет это чего? На бессмертника нет. Угу. На шамане нет. Вообще не на одном без. 20 секунд. Я в последний раз была в ИВК, я просила в туловище собрать специальный ИВК, чтобы он мне токен на шамана Т9 выбил, чтобы потестить его с Т5. Это извращенство, но я Войд, не делала. Войд, расчехляй 4D4. Там еще никто никуда не ходит. А в туловище собрал тогда рейд. Я очень его просила. Как будем, Бэл с пула или как? Да, Бэл с пула, убиваем ханта, потом играем в крест. Ребята у нас тут все контролить умеют, а Лару убивали. Маги, Локи, знаете, что делать?
Дроиды тоже будут циклонить, в случае чего. Серега, нужно будет только заранее засчитывать весь рейд, всех в щиты загрузить, и потом она сядет пить, и вы пулите. Кресты, маги, все, кто тканевики, стойте подальше. Чтобы до вас шли дальше. Локи, тапнитесь пару раз. Это было вообще на АФК, по всей видимости. Не хильте, блин, Делоруса. Дайте он мне хилбот включит. Делорус, бафнись еще, тапнись еще пару раз. Кто его там, блядь, хилит? Его хилит кого-то. Ай, сука! Так, рыбка стоит. Давай, шилдуй рейд и садись есть. Угу. Легко сказать. Колодец пьете, удачи. Орехи с танка снимите. Колодец автоматом щелит. Ну, если вы юзать, то он еще не может закрыть. Или дополнительно. Накручивайте холик и скот. Ну что, танки? Неслась. Че, херачим, да? Холик паладин, Юра. Что, Белл? Да, сразу Белл. Там варбрейд с той бегает. Дайте ему какой-нибудь стан или что-нибудь. Жноем, ты издеваешься, череп, блядь, себе бьем, потом крест. Главное, как можно больше контроля. Масфир, все дела. Жабы, овцы, все кидайте. После луны играем по роге. Со мной два. Держу, держу тебя, держу, нормально, нормально. Ты тебя тут пушишь. После роги по ДК. Чё, пристанет трогать? Ничего не сделаешь, чтобы не делать. С раньше там лишь. Может так на лодке было. Не надо циклонить, блять, фокус рейда. Чё за угоралово? Дай угадаю, это жужу? А лучше дерево забань. После ДК играем в ретре. Там еще прист. Шакула, вот, Эллин, тотем трепета поставь. Шакул просто сейчас начнет крутиться и пизд. ШВС, дай Войт. А, держите меня. Да. Ура. Ну, радует, что агрос сбрасывается. Убиваем Вара. Теперь шамана. Это интересно, почему у меня на всех мобах по 80%?
Ну чё, мы ж сильные. Не просрали. Я не думаю, что у меня армора меньше, чем у ткани. Тут что нужно будет? Т4 или такая? Тут, кстати, тут Т4 надо, тоже пригодится. Больше огром. Радвар, это тоже танка. То же самое, дайте засчитывать рейд, потом пультит. Да нормально, я успел себе посчитать. Классы, у которых сильно жесткая гро, на второй вальке набирается, лучше старайтесь. Бери колодец, не влево. Я убрал. Типа... А его не убрать, он по времени упадет, либо затыкать надо. Как он висит? Дадитесь рейдом, затыкайте его. Молодцы. Затыкивать умеем. Это самое, как тут делаете со сверками? Ловцы сейчас будут, кладбон тоже в танка. Дайте бафы, инту, каску, но мне ничего нет. Хотя я не падала. Помню, тут раньше еще и сопротик выпила. У нас не три танка, а дохуя танк. Танки, значит, Войт, Редвар, Монород, Кладбон и Коват. Надо, пускай Монород на вальке стоит, чтобы с агро проблем не было. Единой короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Значит так, Коват, танкуешь белую, Монород танкуешь черную. Редвар, смотришь на меня, с этой стороны ловишь сферы. Увидел? Плюс-минус. Кладбон сзади. Войт ты слева. Все просто. Ловцы, берете сейчас все белые сферы. Соответственно, рейд, когда берет белую сферу, все ловцы берут черную. Редвар, тебе белую. Просто секунд 10 не бейте и не сорвете тогда. Пускай они нормально агроны берут. Да, и не уешьте. На пул-то можно? Убить успеем, да, пускай наберут тоже агроны. Да, убить успеем, не бейте, не вливайтесь. Пусть на пулеры только побьют, там подождем маленько и потом убьем их. Даже в нашем гиле, кстати, у нас этот... А чего не засчитал? А чё, чёрные не пускаете в рейд, что ли? Мне только белые должны. Нам эта ебала не нужна, и без неё, блин. Вот эту хуйню, наручи вот эти я выбивать ходил, наверное, полгода, блядь. ГЦ, упали. Да хули ГЦ, они на мне уже одеты давно. Все равно ГЦ. А это новый прикол, да, только что на шмотках еще приписка принадлежность Орда. Редвар в ДД, Кладбон в ДД. Остальные три танка остаются.
А токены Т9 только падают 50 из 50, если, да? Нет. Да. 40 нет. Это приписка, нет? Сделанная за X3. При 50 из 50 падает просто больше токенов. Да, там, по-моему, даже... Даже не 50 из 50, а там 45 попыток наших Влад, осталось. Ты же знаешь, что они, по-моему, до сих пор не пофиксили, что если ты кидаешь боб на человека, он не показывает очень следующий мало. Таргет и скорость не изменится. Я в курсе, что нельзя использовать никакие сейвы. Только лужи. Урона у нас дохуя, мы бурстанем, и все будет в порядке. А ты настолько хочешь? Ну типа чё? По поводу трэша помнишь как? По два моба на одной луже. Нет, точнее, у нас будет два моба под боссом и два моба для РДД зоны. Смотри, типа просто... Ставишь 2 А, а они дают шаклы. Не-не-не-не, нахуй это контроль. У нас есть Жужен, который сдаст Старфолд. Давайте кикнем Жужена, у нас же есть замена, вон более вашу можно взять. Сантея. Уход в тень юзать можно или нельзя? Вообще нельзя никакие сейвы использовать, шипы и выйдется только льдом. Последний раз, когда здесь был, вот после всех исправлений, один танк может держать два моба в 25-ке. А еще может танк просто на шипах стоять, чтобы его захилили. Не-не-не, это плохо. Стамина. Значит, стамина надо скидывать. Оверхилом просто его... Но это если кинется на танк. Ну, стамину ДБМ скидывает, кто настраивает. Ребят, у кого Т5 настаивает? На это мобов, немного. Стакайте Т5, чтобы бурстануть нормально. Босса РБК. Да, кстати, настакайте Т5. Мобов не бьем активно, просто стакаем. Чтобы все хорошо бурстанули. Значит, суть это... дела какая у нас. Народ танчит босса. Коват двух адов хватает, да, блин, уводит их на лед, который будет приблизительно вот где я стою. Это отдельно лед для РДД зоны. По этим адам играют РДДшки. Войд заводит двух мобов под босса. Смотрите за гроб. Давай там... доп хила возьмем мосу. Там за... будет замораживать. Мобов? Да, давай. СС раскинем. Так, раз как... ребята хотят, давай мосу спекайся в хила. Таки. Стаки. Блин, а ты видел каблучок? Твой размер? Короче, похуй, на стаке все равно, блядь, мало кто на стак, вот все не важно. Мосс успекнулся, готов. Каблучок. Ну ты видишь, что ты? Каблучки и макияж. Прорез от хила не забыл. Стаки. Значит так. Два рога дают на пул в Монорота сразу же под Геры, а ханты уже в случае чего напулят мобов на танков. Ну, удачи всем. Да, и вам тоже. На пулларче. Сфера, кто собьет? Значит так, Слобик, сбиваешь сферу отдельно для РДД зоны и одну под босса. Боял когда? Я скажу. Хорошо. Верим? Толку стакали, короче, ребят, ты опять? Закончился. Давай, Геру. Каст, отслеживайте танки. Каждый из вас может сбить его. А добьем? Конечно, АОЕшим. Те, что для РДД, заливают РДД.
Там мозг возмущается. Ничего страшного. Не срывайте агро. Кавата, кавата. Кавата. О, гим. Войда, войда. Метки больше прохил. Блять, жука залейте. Как бы... Танков поднимите. Вы хилите больше, чем дамажите. Все отлично. Мобы. Мобов. Внимательно с мобами. Третий трэш, третий моб пошел на танк, алло. Ревнуться. Ну что, дай бессмертию, блядь. Блядь, вот сейчас бы танк умер, сейчас вот повезло, что босс упал. Сейчас, да. В смысле повезло? Он паладин, у него там есть уже ревностный прокнул, он уже прокнул. Он прокнул вот как раз перед киллом. Ты 5 сделали, ракал. Нет бы, как я 2 года назад. Согласен полностью. Вагончик. Ух ты, какая трюня, ёперный карасик. Плачная гила так и не падает. Шел 2020 год. Вась, Ронь. Нет, это распылит. Сколько я за ним, блин, ходил? Напоминаю, что сундук очень быстро тут пропадает. Так что заберите весь лут себе. Либо распределите. Че лутать сундук? Групп лут стоит, вы че? Ну ладно. Ну это было близко. А че там разве маунт за 50 из 50 не... Где мой токен? Он походу только в 10-50. Да, сейчас все получили маунты за дань бессмертия. На почту приходит. Да, вот на почте где? Висит от Сириона посылочка. Вот вам почта сразу. Странно, у меня есть эта дань бессмертная. Где ИП? Что нету, мол. ИП или бунт. Значит, что у нас по ИП? Я вас всех наебал. Спасибо за рейд. Парада. Вага. Илюжи накинули на ИП. Илюжи накинули на ИП. Подождите, сейчас я вам всем начну. Сами себя кинули. Подождите секундочку, сейчас будет бонус. Анкил, поставь порт, пожалуйста. По 10. Сейчас одно ИП дадут. А кони у всех? Хорош. Этот конь все получили коня? Или у кого-то он был? Или у всех был? Вот знаешь, забавно, у меня эта ачивка была, но коня я получил только сейчас. Может, ты его удалил случайно? Понятия нет. Или в прошлый раз тебя наебали, тоже Илюжина виноваты. Ну а что, неплохо сходили, вам что там, ЕП что ли сильно нужно было? Не, ну хотя бы соточку чисто для приличия. А я не приличный, я вот единичку всем дал. Мало того, что сделали 50 из 50, так еще без смерти сделали. Но самое-то главное мы не выбили. Уже ДЦ виноват. За десятку. Так. Да, я не помню. Плохо в бубен стучало. Я, блин, в бубен стучала последние 2 дня. Собственно.